Привет, друзья! С вами Rush на Линзук, это онлайн и мясо по игре Injustice Gods Among Us. По традиции я провожу первый поединок, я буду биться с Алексеем, потом зачитаю остальных участников, которые постепенно заходят в комнату. Я выберу Лоба. Это мой единственный дополнительный персонаж. А я женщину кошку. И твою любимую карту. Арена, вообще пофиг на какую играть. Ну и правильно, будем играть на моей. Пускай. Мне все равно, где тебя колбасить. Найс джоб. Time to liven up the joint. Недавно проходил аркаду этого персонажа. А, то есть... Ты не умеешь играть, да? Да нет, там у него приемов что-то я немного знаю. Надо вспоминать еще. Ай, блин, ай, ай! Какой-то он медлительный по сравнению с кошкой. Он выиграл большой. Ты что, ай, ай! Что ты делаешь? Я ж не то нажимаю. Я не знаю, я по всем кнопкам жму. Я не тебе, я ему говорю. Ай, заряжался. Вот эта зарядка, она всегда тратит время. Ох ты ж, нифига себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Как же я так сорвался-то? Ну падай быстрее, ёлы-палы! Время эфирное идёт! Ну-ка, 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 ну-ка! Есть! А чё это было? Броню пробил сраную, что ли? Ёлы-палы! А у меня жизни на один удар! А я не видел, блядь, да у тебя уже брони нету! Вот такой. Ура, вот я зашел. Ой-ой-ой, спокойнее, спокойнее, ребята, будьте. Так, почему не для... А, наш сидит. Порвалась, блин. Стерва. Да иди ты нафиг. Что отсюда? На, блин. Вот что я сделал! Давай! Не давай! Давай! Я Лёху замочил! Покури! Чувак! Нет, мне повезло, я не разыгрался, там все дела. Я знаю, знаю. Только недавно на ПК мясо устраивал, так что не гони. Так, у нас сегодня играет Лука 69-26, Двурик, Наркобарон 460, Скрим 73 Регион, Ран Хоррор, Желе 500 и Алексей. Итак, против меня сейчас Лука 69-26. К сожалению, мне больше нельзя выбрать Лоба по правилам, поэтому берем Бэтмена. У меня Ultimate Edition. Поздравляю! А вот я нищеброд, у меня только Лоба. Вы выиграли автомобиль! Так. Я пришел за тобой, Аквамен. Так, тик, 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 тик. Я забыл, как играть Бэтменом. Ой! А че он так прыгает?
А что ему еще делать? Когда он прыгает, можешь назад, вниз, тихо, назад, тихо, тихо, треугольник тихо. Сделать. Покатаемся! Да, черт, но... не покатаемся! Выбрасывай его! Ай! Ну что ты, блин, запрыгался, рыбешка, ты плавать должна, не прыгать. Запарил. Иногда нужно просто дать по морде. Ай, блин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну попадись еще разок, ну давай! Батаранг. Я знаю, что это батаранг называется. Батаранги даже, их тут несколько штук он пускает. Ну не кричи на малышей. Я не кричу. Я их учу уму-разуму. Может, Аквамен должен понять, что ему не идет прыгать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, Майди Нептун! Ай, сидеть, у меня уровень меньше твоего. Да что ты, виллы-то твои? Я не ожидал. Ну чё? А он не умеет виллу в жопу вставлять. Как хорошо, что игра по скидке, и многие игроки только ее купили. Я могу над ними даже выигрывать иногда. Stay down. Давай со мной. Да. А что-то какая-то сегодня слышимость не очень хорошая, по-моему. Нормальная слышимость, я хорошо буду слышать. Должно быть все нормально. Так, кто теперь на очереди? Кого брать-то теперь? Я больше не знаю, кого брать. Ну, Дурик проиграет, можно сразу. Со мной. А, я же за Джокера еще проходил, блин, надо Джокера брать. О, Дворик! Ладно, ладно, Лёх, я тебя припомню. Дворик, Спринтер Селли не вышло встретиться, так здесь, да? Посмотрим, да. Чему ты научился а за время. А будет по Спринтер Селлу мясо? Когда-нибудь. После школьных каникул. Не школьных, к сожалению. Вот, к счастью. Сразу после школы. О, да ладно. Так, началось, Нифига, Дворик тут! Задрочился! А, подтекли. Это обычные удары. Блин! Вот, я смотрел мясо на... по Injustice на ПК, там вообще я был 80 которого уровня. Ну давай! Ааа! Вышло наконец! Блин! Хоть на ком-то это испытаю! Окей, окей. Тихо. This one's for you. Уч, приехал называется! Блин! Here it comes. Блять. А ну не надо. Ругаться вместе школьники присутствуют. Блять. Да хватит, блин. Жесть.
мне зажал! Фу, ладно. Тут написали, прости за спам. Бля, да пытались. Да почему ты не тот прием сделал? Ну давай! Блин! Не, второй раз нет. Ну ладно, у нас новый царь, Дулик, надо же ему иногда тоже поцарить. Первый раз в мясе дебют. Контракт fulfilled. Retrieving next target. Обидно все равно, обидно. Я думал, завис у нас все. Да не, все нормально. Просто долго стоял на месте он. Странно. Бывает. О, барон. Тут у нас сегодня наркобарон как-то плохо слышно. Он молчит постоянно. А его вообще не слышно. Он вообще что-то говорит, что ли? Он, по-моему, вообще... Так, желе. Он не разговаривает. Будет говорить во время своего боя. Кем же мне получается? Не, ну тут надо по-любому на дворика ставить память, чё? Не-не-не-не-не, сейчас... Я видел, наркобарон тут, короче, задрачивал всю неделю, как игру купил. Так что будьте осторожны. Я 4 дня играл. 4 дня не передыхая. На дворика ставим. Можно сказать, не пересыхая. А, дворик красный, а я что-то по привычке думал, что он синий. А где это он синий по привычке? Ну, он это же синий был. Really? I think you underestimate me. Так, ну что тут у нас? Кошка против Джокера. И пока вроде у кошки что-то получается, но она получает по башке кристаллом. И вроде перестала получаться у нее. Нет, хлыст, тема. Почему-то наркобарон опять не издает никаких звуков. Что-то это... Промахнулся я, видать, да, блин! Что-то не на того я поставил, как это применять, ребят? Больно! О! Наркобарон решил угостить тортиком, но ничего не вышло. Да блин! Так, Дворик выучил какой-то хороший прием, который у него получается. Да, я зря такой не знал. Надо у тебя его сделать. Наркобарон, да, присяг на корочке и тычь ножиком, это всегда работает у Джокера. Не могу! Как я это ждал! О, как щита получил! Когда он так кричит. Да, это единственная возможность пострелять хотя бы. Да, о, молодца, сбил броню. Еще не все потеряно. Да, блин, мне... Дворик расслабился. Да. Ну, да надо было медленные приемы уже не применять. Тут надо только рвать, короче. Так, у Дворика уже 2 победы. Почему 3-2? Так, у нас сейчас следующий боец Скрим 73 регион. Крик 73 региона. Блин, мне стоило меня, Джокер. О! Синестра и Киллер Фрост. Будем ломать самолетики. Ну тут по-любому. Ну чё, опять на Дворика ставить, что ли? Вообще по-любому. Точнее, я ставил в прошлый раз на наркобарона вообще. Но он не оправдал надежд. Я
Я вообще не оправдываю надежд. Пожалуйста. You will know the meaning of fear. Ты хоть рандомно выбирал персонажа-то? Нет. Вот поэтому и проиграл. А, ну да. Так, ну чё, Синестер нагибает. Начинает нагибать Фроста. Точнее, Двурик Скрима. Ну ничего, вроде заморозочка проходит иногда. Очень много лишних прыжков по воздуху. Ох, неплохой пинок в догонку. Используйте газовые баллоны, советую. Некоторые Привет. Движения Синестра напоминают классические танцы. Танцы заткнулся. Опа! Ну куда ж ты кинул-то? Вот это полезный прием, что-то на бушку упало. Да, блин, каждый раз ставлю тебя на того человека, который выигрывает. Что это такое? Во! За... Как он классно засосал-то ее туда. О, Скрим начинает адаптироваться. Шансы почти что 100 на 50. О, Синестра начинает огребать. Двурик, что ж ты огребаешь? Бой с тенью происходит. Ребята, я чувствую, вам таким темпом времени не хватит. Ну и что это было? Блок это был. Ах ты! Все-таки Двурик выиграл. Кстати, зрители канала, пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, должен быть главарем сегодняшней комнаты и кто будет лучшим, по вашему мнению, бойцом. Пока у нас доминирует Двурик, но еще много бойцов впереди. Особенно внушает страх Желе 500. Беру подсказку зала. Итак, Ранхоррор. Ранхоррор тоже присоединился к этой замечательной игре. Приобщился. Все, кто не хотел ее покупать, купили. По скидке. Которая уже не работает. Что ж, в прошлый раз у меня сработало. Ранхоррор тоже новичок, поэтому я на него ставить не буду. Зря. Я бы так лучше не... Ну, сейчас посмотрим. Вроде в Mortal Kombat я отличался. И тут, я думаю, особо не должно. А с какой целью ты взял женщину? Вот, я же говорил. Ну, уже получает по щам. Удар Шевы. Давай, сухую. Слушай, Лёх, тебе надо Шевы же играть. Ой, то есть этим играть. Ну, как его зовут-то, блин? Ты любишь так же Шевы долбить в Mortal Kombat? Да, кстати. Ну, Дворик, последний удар и брони не будет. Сделай нам стриптиз. Шикарный. Блин, ну вообще. Он убирал ставлю на того человека. Да что это такое? Опа. О, вот это красиво. Красиво. Вот это подловил. Да, согласен. Думсдей почти в нокауте. После такого. О, бросок вовремя примененный. Это тоже здорово.
Так, 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 начали сравниваться практически. Молодец, Run Horror. Не дает себя просто так в обиду. Хорош, все. Того. Все. Доколбасил женщину. I will destroy you all. Вот ну так все, вот. Молись, жалей идет к тебе. Есть, есть. Да, желе он опасный, так что будь осторожнее. Я сейчас его включаю тогда. Пускай он тебе пару ласковых передаст во время боя. А, он, я его слышу прекрасно. Вот сейчас мы будем все его слышать. Ты, походу, единственный, кто его слышал. Итак, у нас Дурик против Желе 500. Пусть малыш порадуется. О, два зеленых человека. Только огурчика не хватает. Я его видел в комнате, в первой самой. Ты видишь, ну, у себя дома в комнате в первой? Нет. Нет, тут явно я, блин, не успел ставку сделать. Наркобарон, ты опять не на того поставил. Так, вот, боже, я это опять сделал зря. Опять не на того. Я на того делаю. I will defend Earth. Так надо, так надо, я уверен, Бурик сейчас его сделает тоже. Вот я думаю, ему не жарко. Давай, Желе, покажи все, что ты знаешь, все, что ты умеешь. Пока есть такая возможность. Пускай Дурик начнет ругаться благим матом. А, вот, вон. Эй! Зря аквариум сломал. Гурик, у тебя там еще как-то могут руки вытягиваться, бей его. Во, классно, я тоже. Я... Во, классно, вот, мочи желе, желе его колбась. Не вышло. Да блин, я фигню из этого охотника, блин. Воу-воу-воу, не хрень, я погнал. Разогнался! Хорош! О, молодец! У тебя руки укорачиваются, бей быстрее! Ну добивай, ё... Уже... Все, сместили с трона. Теперь у нас новый царь горы, горы. Желе 500. Ничего страшного. Тебе ничего страшного, нам еще с ним драться. Вот Лука болел за желе. Так, ну что, время Алексея. Оправдать себя после позорного проигрыша Анидзуки. Ну ладно. Лёха отошел, что ли? Лёха отошел по делам, мочи его, желе. Да, я пошел по делам, бей меня. Ты
знаешь, на кого ставить. А я ставлю на желе. Предатель! Ты поплатишься за свою ставку. Конечно. Catch me if you can. Только флеша и умеешь брать. А я не флеша взял. Это желе. У него всякие костюмы наворочены. Ну. Да блин. Я представляю, желе такой, наверное, родителям говорит: мне нужны деньги на форму. А потом эти деньги покупает костюмы в Инжасе. Я вкидаю его в стену. Да блин, да он мне... Хорош. Как там кидать-то ей? А. Так, слышь. Что ж ты, Лёха? Так. Да я сам в офиге. Проигрываешь ребенку. Видать, старым уже, чтобы с детьми играть, реакция не та. Да не говори. Круг используй, она у нее похожа чем-то наподобие, как у кошки. Нажми круг там. А я уже использовал. Нет, разве? Уже использовал. У тебя вон три штуки показывают, что накопил. Это три молнии. Это я молнии как раз выбрал. Да. Перешу. О, начало что-то получаться. Хорош. Просто отлично. Вот хорошее фехтование практически. Ай. Желе волнуется, по-моему. Да его даже не слышно. Нет. Нифига. Не, не волнуешься? Да я вообще не волнуюсь. Ну, молодец. А Лёха там уже весь изволновался. Ну, я тут весь уже. Последний шанс, и он был профуган. Нет, смотри, на что-то еще Алексей способен. Потом еще желез кажется, что он поддавался. Жесть. Кто ты говоришь, ведущий мясо на ПК? Ну, лети отсюда. Да, что так. Он взял моего флеша, потому что урод. Да, виноват там. Кстати. Да. А я не люблю эту знаку не играть. Пришел с ним. Лука 69-26. Как оказалось, он тоже новичок, не успел еще все комбо выучить, но еще все, у него все впереди, и сейчас он будет драться против желе. Лука, ты здесь? А, вот я за кого получился там. А у нас что, наркобарон вылетел? Да нет, да. Вот. Да. А, да. Я его не вижу, тут кто-то вместо него зашел. Вон, 28 уровень. Бишь. Расстроился и ушел. Да я его 5 раз подряд подождал. Когда ты успел? Один на один. Один на один. I have returned. Так, ну сейчас будет флеш огребать, да? If you can. Begin. О, нет, смотри-ка, Люка, Лука, что-то научился делать флеш. Пизделей получать. Он написал то, что он 5-й день играет и не выучил еще комбо, так что не обижайте. Ну да, я уже читал. Ну вот зачем просто так прыгать, я не понимаю. Тут даже комбо, знание комбо не нужно. Вот прыгнул, ударил. Эх.
Может, прокатит. Прокатило. Димон, тебя что-то так вообще с помехами слышно стало. Ну придется ждать до конца серии. Давай, и на этом мы заканчиваем, он там лазят, прям на пол поединка. Нет, мясо только началось. А чё это, они уже на равных почти опять. Назад, так что не все потеряно, флеша. Назад, вперед, треугольник у флеша. Что You're finished! Да, ну все тут, по-моему, теперь. Теперь уже все. Ах ты! Хорошая вертушка не прокатила. Победил царь! This will always be a world of dictators. Это всегда будет у меня диктаторов. День новичков. Да, кстати. День новичков. Согласен. Так, и моя очередь настала. Видимо. Ой, слава богу, говорит. О, нормально слышно стало. Ага. Чё, серьёзно? Да, Да. Получается. А кем я буду играть сегодня? А давайте Джокером. Ты Джокером хотел. Да-да-да. Да, ты Джокером хотел. Я, правда, уже забыл, как им что делать, ну ладно. Бэтменом были лобы лучше получилось, ну хрен с ним. Хотел-то хотел. На меня лучше не ставить. Ну. А никто нет. Не собирает. А ну да. Да ты можешь просто стрелять и все из пистолета. А так я и сделаю. Потом только не надо меня спамером звать. А я летать буду. Так надо еще вспомнить, как стрелять с пистолета. Вниз, вперед, квадрат. О, ты специально мне скажешь, что у меня стрелял с пистолета, чтобы мне подсечки делать? Тихо. Сегодня я расстреляю летучую мышь. Ай-яй-яй-яй-яй! А! Как же там прием-то мой любимый делается? Я забыл. На R1 он делается, на R1. Да нет! Вот, не про него сделал его. Блин, забыл. Блядай. Во, вот он, вот он. Вот, во, во. Да. Чё такое? Как столько ударов возможно сделать? 10 ударов. А я пытался тренироваться, как в мясе на компе. Ну, блин. Лучше бы ты уроки учил. У меня на компе намного лучше комбо, чем у тебя здесь. Ай, за что ты творишь, Джокер? Ай! Ну-ка, так. И... Нет! Давай, давай, взрывай это все, сноси. Как так? Ай, блин, контрудар. Долбанный контрудар. Так, все, я вспомнил, хороший удар.
Но с другой раз я его сделаю. Бой был длинным. Могиль его повторить. И некрасивым. Оставалось 3 секунды до конца боя. Можно было и не умирать. Ура, новый уровень. Ура! Ну рано, я ему хоть порвал костюм. Вот это достижение. Ну. А вот если я брал фонаря зеленого, я могу взять того же фонаря, но в желтом костюме? Нет. А, нет, подряд или не можешь нет? брать. А так ты можешь брать, конечно. Подряд брать нельзя, там первый, второй, третий бой. А что ты там... сразу не сказал? Ну, как бы, всем знают уже давно, как бы. Я же новичок. Ну, да. Что повторять, если не все правила? Нет, ну, конечно, брать первого-второго нельзя, хотя бы надо как-то разнообразить. Но если ты брал, то уже боев 5 отправил, то можешь взять и того же. Надо просто совесть иметь, и все. Да ладно, я все почти. Желе тайн. Не, неужели никто не может побить желе? Я могу победить желе. Ты уже давай. Показал, как ты мог я побить. Желе. Сейчас я достану просто. Из холодильника желе и побью. Ложкой. Ох, как шкаф прилетел хорошо, просто красиво. Вот это мощный боец, надо его учить. Так, мощно прилетело баллоном тоже. Да. Давай прыгай. Кто будет оплачивать поломку сам? Комбо не могу сделать. Наверное, проигравший. Ох, нормально, упал сам головой. А пол. Фрост молодец. Скрим, давай. Тащи. А, тащи, Том. I'll praise your heart. You end now. Так, кому-то сегодня не повезет. Во-во, красиво сделал, молодец. Уходи, прыгай. Ракета. Поздно. Опять ракета застряла. Это баг, что ли? Да. О, красиво улетел. О, ну, Скрим, молодец. Еще чуть-чуть и... Что залагало-то так? Во-во-во, да что такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нет. Давайте убейте уж наконец, блин, ну зачем? А. Нет! Что такое? Вылетело. Скрима выбросило. Не и очередь Ранхора. Но он все равно проигрывал, так что тут уже без вариантов. Я на танчки за меня. Быстро. Блин, я после мяса на ПК боюсь, а в Аманганге. Он такой опасный. Вообще пиздец опасный. Особенно когда идет, не, ты ударяешь. Я на Яну. Не предам Яну. А я знаю, на кого ставить, поэтому ставлю на желе.
Ян должен. Вон он из желе вылазит, да. Желе, мэн. Ну, может, вот этим хоррор затащит, конечно. Во-во-во! Хоррор, давай! Хоть я и поставил против тебя, но ты можешь выиграть. Против помпы не попрешь. Ну что мы сидим-то? Используй мотобайк. Хоррор, не забывай делать бросок, если он в блоке стоит. То он часто блокирует. Stand still! Зато он не забывает его использовать. Show's over. Красава. У него даже длинной палкой больше получается. Нет! Вся комната ликует! Мочи его, мочи! Ну? Желе, пора уже спать идти все равно. Вот и. Блин. Вот так вот. Да выкалывался. О, хорош прием. Против тех, кто любит сидеть на земле. Нет. Отлично, еще один бросок. Блин. Гол! Это я в хоккей переиграл. Ну ладно. И у нас новый царь горы Ранхоррор. Мы его все поздравляем. Это его первый царь горы в онлайн мясе. Он победил самого желе. Быстрее бежим на улицу и рассказываем всем. Так, Бифи 2 у нас, это новый боец, это Бифи 2408886. Если ты русский, отпиши в чате, ты как, чего вообще тут, откуда. Вот, ну, сейчас он не сможет, потому что он вышел биться, надо было ему раньше про это сказать. А если не русский, вон из России. Это да! Девушка. Ну просто вот с незнакомыми никами Frost Kill её и вот Бифи зашли. Я не знаю, кто это. Сейчас как затащат, так затащат, блин. I have business to attend to. Begin. Так что, хоррор, готовься. Да неужели он разыгрался? Да вообще что-то, блин. Это мне самому страшно становится. Видать, тоже новичок зашел. Хороший. Поздно пить боржоми. Ух ты, так профукал.
Кошка что-то неимоверно какие-то кульбиты делает. А вот там попался. Давай, 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 хоррор. Не дай ему сбить броню последнюю. Молодец. О, Frost Kill You пишет. Я из Дубны. То есть наш чувак, короче. Надо будет дать ему тоже сегодня посражаться. По идее, должен был передо мной очередь закончиться, но ради нового участника мы сделаем исключение. На один бой больше проведем. Итак, Двурик, что ты нам скажешь на этот раз? Двурик. Посмотрим. Возьмет реванш. На кого ставить? Да, на тебя тут. Или на хоррор? Я тут. Ах, ни на кого не поставил, ну ладно. Как хочешь. Так, Бифи, отпиши хоть в чате-то, кто ты у нас, пока ты не играешь. You run along now. I have business to attend to. Begin. Ах ты подлеба. Кстати, почему я сегодня не брал Deathstroke? Я же прикольно играть. Все нубасы, как я, играют Deathstroke. Ах ты, блин. Двурик почти на полуэкране. Да. Что скажешь в своё оправдание? Ну, ну, молодец, неплохо подловил. Почаще так бы делать. И пушку. Не долетел до нее, короче. Не, больно близко. Вот, блин. Хоррор воспользовался. О! Смотри-ка. А ну не спайм, иди сюда. Сука. Да. Contract pending. Contract fulfilled. Retrieving next target. О, Бифи у нас, оказывается, еще и девушка. Подписчица. А, к сожалению, друзья я не добавляю. У меня нет места уже давно для друзей. Ну чё, Лёха, у тебя третий шанс за серию. Ты прав, я должен выиграть сегодня. Да. Хоть разок. Ну конечно же, флэш в этот раз. Скоростной ублюдок. Если флэшом проиграет, то я не знаю. Ну да, то придется завязывать, наверное, с файтингами, карты. Если проиграешь. Вообще, да, пора. А не Низука, да, когда сплинтер будет? Да, Низука, когда сплинтер будет? Когда сплинтер будет? Ты имеешь в виду этот учитель сплинтера из Черепашек-ниндзя? Ну да, да, именно. Нет, сплинтер цел. Splinter Cell. Catch me if you can. Ну, когда-нибудь будет, нам с Лёхой еще надо пройти
миссии там. И мне еще сюжет, я еще сюжет не прожал, оказывается. Ну, думаю, организуем когда-нибудь в ближайший месяц. Мне 25-го с вещами, какой месяц, я не могу так ждать. Сколько? Че у тебя 25-го? С вещами, военкомат. А-а-а. Вот так вот. Ну посмотрим, что можно с этим сделать. Может быть, организуем пораньше. Ай. Что-то такое, что за бой-то какой-то странный. Хотя Лёха выигрывает, но я не вижу ударов, не вижу скорости. Вижу осторожность сплошную. Лёха так боится третий раз проиграть, что просто... Я хочу его об дерево ударить. А он не дает. Он, видите, что творит? Не дотягивает. А, вот он об стену тебя ударил. Но... Ай. Just doing my job. Так, он меня решил. Да. Еще и проиграю. Да, Лёха. Выигрывай как можешь, не пытайся делать какой-то удар. Ладно, ладно. Всё. Победил у новичка. Еле-еле. Да, я победил у новичка. Качка-качка-качка. Та-та-та-та. Ту-ту-ту. Нет еще новичок. Так, ну что, Лука 69-26 а опять. А можно я буду только флешем играть? Только в разных костюмах. Нет, конечно, нельзя. Я хочу только флешем, только в разных костюмах. Можно, Мизуки, да? Ну ты у мамы с папой просто расспроси, может разрешат. Мам! Она сказала да. Мам, у меня тут мальчишки обижают в Инжасис. Вообще, я не знаю. Выбери уже что-нибудь. Ура, опять я выиграл. Целую битву разыграл во время выбора персонажей. Ты недооцениваешь мою игру за Скорпиона. Я им играть вообще не умею. Ну да. Максимум, что я могу, это вот Сугир отдать по роже. Смотрите, сейчас какой он врезал. Вот прямо. И тут не смог. Какой-то, блин, помешал водяной человек. Ой-ой-ой. Да, видно, что за Скорпиона не умеешь. А, нет. О, что-то начал вспоминать. Во, красивый удар. Что-то я даже такой не помню. Это захват. Ну я понял, что это захват, но блядь, никто его не делал. Блин! Решил обрушить на него кару небесную и улетел. А вот и стейдж фаталити. Из Mortal Kombat. Там бы Скорпион уже умер. Красиво сбил, блин. Пока тот кичился, стоял там со своими вилами. Получил подсечку. Лука, научись делать вилы в жопу, иначе у тебя не получится играть за Аквамен.
как так. And I meant that. А, не вышло. Не-не, я комбо не понял, умею. Понял, да. Я вообще не умею комбо и не учусь. Для меня это прям топы. Ах, классно стартует вообще. Как, блин, я не знаю, тост. Смотри, тут мури. Get over here! Не даю вас. Пожалуйста, попадись. Нет. Да почему? А, Лёха, страшно стало. Проиграл. Ну. Да. Не так-то все просто. Зато я за флешу выиграл, это главное. Вот, до меня дошла очередь. По идее, был бы бонусный бой как раз, потому что Лука выиграл, но у нас еще один участник после меня, который тоже будет биться первый раз. Так что... И сегодня я немножко засиделся в начале серии, так что серия немного затянутая вышла. Так, кого я там хотел-то брать-то? Deathstroke, что ли? Deathstroke. Так, как там стрелять-то? Там по-разному. На тебе, бля. Чё ты от меня уходишь? Ты же Бэтмен! Да. Он тебя не слышал. У меня нет места. Ать! Ну чё, Бэтмен? Там... Так, Бэтмен немножко решил отдохнуть. Так, я не знаю, завтра нет мяса. Ну давай! Чё там он присел-то? Спам ты его вот так, да и ты чё он ходит. Я не знаю, что с ним делать, он что-то мне пытается что-то подловить. Да. Ну еще маленько. Последний шанс, Бэтмен. Стреляй в него. Есть. Слишком много он от меня уходил, это меня напрягло на самом деле. Нужно больше нападать. О, сейчас меня, значит, просто скиллю отколбасит. И это будет завершением данной серии. У тебя, кстати, рекорд. Два раза выиграл на мясо. Да, у меня, кстати, по-моему, вообще такого не было. Все благодаря тому, что много новичков. Я люблю, когда много новичков. Он у тебя, потом у Лукаса еще. А, три раза, нифига себе, не выкинул. Три раза у тебя, у Лукаса и вот сейчас. Да. А Низуку бери лоба. Да, бери лоба.
Ну, лоб так не, лоба. Не надо портить Флэша твоей игрой. Я его не собирался брать. Такой, блин, ник опасный. Frost Kill You. Страшный ник. Он обещает, что он тебя убьет. Так вон он тебе зрачку подмет. Time to liven up the joint. Прилетел из неизвестно откуда, чтобы меня убить. На, блин. Ах ты! Бля, почему? Я он... даже такую карту что-то не помню, блин. Странно. А я редко беру. Блин, он меня замучил. Что это за хрень? Меня кидает какое-то облачко непонятное. Это мясо. Мясо. Так, почему мои патроны не долетают? Они должны долетать. Это дробовик. Блин, ну почему не попал-то? Чё залагало-то так? Ну что ты, мать твою? Ну все, мне хана. Ну я так и думал, что в конце серии я точно... Агрибо! Лобы заплакал. Ну что ж, друзья, на этом данная серия онлайн мяса завершается. Надеюсь, вам было интересно. Вы поставите лайки, чтобы мясо по игре Injustice продолжалось. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч!